Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня очень сложная ситуация, в которой я сильно запутался. Понимаю, что одним советом тут не помочь, но все же у меня есть муж, ребенок от первого брака. С мужем знакомы давно. Также есть брат, которого я безумно влюблена уже больше 10 лет. У него диссоциативное расстройство личности. Одна из его личностей, у него три альтер-личности. Любит меня не как сестру, а как девушку. Хотелось бы отпустить. Ну, не могу, не получается, не знаю, как быть. Такой у нас получается вопрос. Ну что же, отпустить влюбленность можно и нужно в данном случае, поскольку она является совершенно в данном случае деструктивной. А вот путем ее проживания. Путем ее проживания. Это можно и нужно сделать. Действительно, совет, один совет тут не поможет, и вообще советы здесь в принципе не помогут, потому что дело здесь не в советах, а именно в работе. Вот. То есть дело здесь именно в психотерапевтической работе. Вот. Необходимо вам работать над собой, то есть психотерапия. Необходимого. Вот. Другой вопрос. Хотите ли вы этим заниматься? Вот какой вопрос. Интерес в данном случае. Потому что это требует определенного времени. Это требует определенных ресурсов. Вот. Это требует определенных усилий. Вот. Соответственно, такой расклад. Хотите ли вы этим заниматься? Хотите ли вы с этим работать? Вот так я бы здесь именно на это обратил бы ваше внимание. Если хотите, то никаких проблем, обращайтесь, выбираете психолога, вот, и начинаете работать со специалистом. Вот. В этом смысле все предельно просто, в этом смысле все предельно понятно, просто вот, ну, какое-то время. Какое-то время это займет, но зато на выходе получите необходимый результат. Вот. Значит, что нужно делать? Буквально ваши эмоции нужно проживать. Вот. То есть буквально их нужно проживать. Отпускание происходит именно через проживание. Вот. И никак иначе. Вот. Через проживание, через... Ну, я бы, наверное, сказал, может быть, анализ, но анализ здесь, наверное, не совсем такая корректная формулировка, потому что не так важен анализ в данном случае, как важно именно проживание чувств. И важно увидеть, что это такое. То есть вот ваша влюбленность, да, что это такое. Что из себя это представляет. Вот. Потому что, ну, я надеюсь, что мы понимаем, что дело здесь не про влюбленность. Речь здесь идет не о влюбленности. Вот. Речь здесь идет
совсем о других вещах. Вот. Здесь речь идет об импринте, то есть какой-то такой, какой-то вот такой запечатленности. Вот. Здесь речь идет о привязанности, само собой. Здесь речь идет о привязанности, о серьезной привязанности вашей. Вот. И, соответственно, вот в этом направлении нужно двигаться. С этим, в этих направлениях и нужно работать. Как мне видится. Вот. И, конечно же, это, ну, не будет в данном случае, ну, наверное, такой легкой прогулкой. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Вот, это будет вызов для вас, скорее всего. Вот, и, соответственно, ну, этот вызов вот вам, на мой взгляд, опять же, предстоит как-то вот принять и пройти, но хорошая новость заключается в том, что вы не одна. Вот. То есть хорошая новость заключается в том, что вместе с психологом, да, вы это все сможете пройти. Вот. А, скорее всего, там у вас есть некая потребность, вот. Некая такая компенсаторная модель. Вот. Которая и является чем-то вроде двигателя этой ситуации. Вот. Ну, ничего страшного. То есть, как бы, неприятно, конечно, что так происходит. Вот, но ничего страшного. Вот. Можно вам с этим помочь. Вот. Можно и даже нужно. Так что вы с этим не одна. Вот. Вы можете рассчитывать на нашу помощь. Вот. Главное, чтобы вы не, ну, как сказать, чтобы не затягивало. Вот что главное. Чтобы не затягивали с обращением к психологу, вот, потому что самостоятельно с этим вам справиться будет нелегко. Ну, то есть очевидно, да, что если вы вот за столько времени не справились, да, то, ну, скорее всего, уже и не справятся. Вот. Также, очень важно постараться увидеть, какие отношения у вас с мужем. Вот. Что это за отношения у вас с супругом? Вот, насколько они являются удовлетворительными для вас? Насколько вы
хорошо в них чувствуете себя. Вот. То есть, ну, то есть, комфортно ли вам в этих отношениях. Вот. И так далее. Это тоже очень важный момент, на который само собой нужно вам обратить свое внимание. Вот. Потому что одно дело, если комфортно, и совсем другое дело, если нет. Если вы чувствуете себя, ну, как-то вот не очень хорошо в отношениях с мужем, да, вот даже если как бы внешне у вас все здорово. То есть тут задача заключается именно в том, чтобы в нескольких направлениях работать. И в направлении вашего брата, и в направлении ваших отношений с мужем. Ну, вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот, ну и отдельным пунктом, конечно, вот, на мой взгляд, важно подчеркнуть, что чувство стыда, которое, как правило, следует в таких ситуациях, чувство стыда, которое, как правило, имеет место быть в таких, ну, в таких эпизодах, вот, не должно выступать чем-то ограничивающим. Вот. Потому что стыдить вас никто не собирается. Вот. Все мы люди, все мы оказываемся в непростых для себя ситуациях. Вы большая молодец, что обратились за помощью, но следующий шаг нужно сделать совершенно, ну, совершенно определенно. Вот, в совершенно определенном ключе. Если вы на самом деле хотите проблему свою решить, конечно. Вот, как-то так. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам эта помощь пригодится, вот, всего самого доброго.